Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса, 26 ноября». Жители нашей области периодически могут слышать звуки взрывов. Об этом сообщает оперативное командование Юг. Одесская область все еще остается под прицелом Российской Федерации. Регион имеет выход к Черному морю, где присутствует на боевом дежурстве достаточно существенная корабельная группировка оккупантов. Более того, враждебные беспилотники пытаются проводить разведку и разоблачить нашу противовоздушную оборону. Так что наши вооруженные силы Украины постоянно учатся и тренируются для того, чтобы максимально быстро отразить возможные атаки врага. Поэтому время от времени жители Одессы и области могут слышать звуки боевой работы, взрывы и выстрелы. Но пугаться этих звуков не надо, все под контролем сил обороны.